Это история о людях, которые ценят моменты жизни до того, как они станут воспоминаниями. Что-то я переборщил. В общем, это история о людях, которые ценят моменты жизни до того, как они станут воспоминаниями. Ведь только в этом случае они бесценны. Ну а в качестве места сбора таких моментов они выбрали... Алтай – это однозначно место силы. Локация для гонки была выбрана потрясающая. Это белый этап, он настолько западает в душу, что первое впечатление, когда еще до гонки разминаешься, катаешься, тренируешься в этих местах, просто перехватывает дух от красоты. Мне очень понравилось, когда я приехал первый раз, ну, конечно, фантастический Алтай. Я, когда ехал по Чуйскому тракту, у меня было такое ощущение, что ну, создать что-то подобное просто невозможно. У меня было такое впечатление однажды в жизни, когда я ехал по Род 101 в Калифорнии. Я думал, что это самая красивая дорога в мире, но Алтай победил, на самом деле, даже по видам это все. Это такой старт, вот в России хапнуть такого вот адреналинчика больше негде, насколько я знаю, пока что. Вот. То есть, не, ну понятно, что там можно изобретать, но из тех стартов, которые я знаю, это самый трэш. Ну, в смысле, в хорошем смысле. В прошлом году я посоветовал этот старт большому количеству моих знакомых людей, кто с кем я тренируюсь там по плаванию или там по велосипеду. Некоторые участвовали там, вот, что было очень прикольно. Я очень люблю выпендриваться, и для этого нужны какие-то достижения. Мотивация – это загадка, покрытая тайной. Зачем вы это делаете? Ну, трудно объяснить, потому что это надо попробовать. В горах Алтая состоялась так называемая «дикая гонка» – соревнование по триатлону на грани человеческих возможностей. Больше 3 километров плавания в ледяной воде, 180 километров велоэтап и 36 километров бега по чрезвычайно пересеченной местности. Когда я впервые увидел Андрея в нашем майском сборе в Красной Поляне, я понял, что он один из тех, кого мы любим ушатывать по горам. Потому что, судя по всему, большого горного опыта у него не было. И Андрей хорошенько прикурил на наших кросс-походах. Но когда я узнал, что он собирается бежать экстремальный триатлон на Алтае, для меня это было, конечно, большим удивлением. Давай, папа, я тренер. Давай. Ну, что скажете, тренер? 3, 2. Ой, это надо готовиться, ребята. Тут я еще раз говорю, половинка или четверть, то есть половинка или целый, тут обязательно нужно готовиться, потому что это очень сложный старт. Он очень сложный, потому что он в горах. Там действительно просто ну, тяжело дышать, когда ты плывешь, разряженный воздух. Надо пить гипоксен заранее. Там много очень всяких деталей. Это не какой-то стартик там вот, где ты приехал в родное Крылатское и стартанул. Алтай всех проверяет на прочность. Безусловно, показывает то, насколько триатлет готов физически к этой нагрузке. Там нет каких-то шорткатов. Если ты не подготовился, ты сломаешься. Мы постоянно слышали такую фразу, что с Алтая вы не вернетесь такими же, как вы были до него. Я не очень как-то воодушевилась этой историей, решила, что это какой-то промо-акт, и вообще это, ну, что может измениться. Вообще там развит шаманизм, и выкопали одно в один момент какую-то принцессу, которая в 16 веке умерла, вот, и там начались какие-то странные события происходить. Идеи поехать на Алтай не было в изначальном плане. Вообще, я должен был ехать на Аляску. Но, как мы знаем, прошлый год достаточно был необычным для всех в этом мире. Поэтому пришлось мои планы тоже корректировать. Чтобы добраться до Аляски,
С учетом отсутствия визы, нужно было, мне кажется, просто купить какое-то островное государство. Я, конечно же, начал искать альтернативы, которые будоражили бы и возбуждали не меньше, чем изначальная гонка на Аляске. Экстремальная, холодная, необычная, единственная в своем роде. В первый год, когда участвовал, у меня там случились технические проблемы. Пошел накануне ливень фантастический, у меня намокло все электрооборудование в велосипеде. И я не был до конца удовлетворен тем, как я прошел гонку, я решил приехать еще раз. Перед гонкой падение тебя не выбило? Какое из них? Максим Князев, он, забегая вперед, является и стал чемпионом как раз-таки последней гонки 2022 года. А на предыдущей гонке в 2021 году он занял второе место, лишь слегка уступив победителю. Часть первая. Алтай. Ну что ж, несмотря на все трудности, они все-таки здесь, оказались на Алтае. А тут еще и подвернулась приятная компания в виде моего друга-триатлета господина Заитова и его саппорта Юлии Пуковской. И не только. Вот они. Понабирали тут. Что понабирали-то, я не понимаю. Скажи мне. У меня первое впечатление от горно-алтайского аэропорта. Говори. Я захотел поесть. Покушать. Хожу сюда. Единственное съедобное, что я там нашел, это кедровый орешек. Так, а ты их съел уже целую ночь? Нет, это мне Юля дала. А Юля, видимо, чемодан привезла здорового питания, да, Юля? Да, спорт пить. Короче, в итоге я вот говорю, сколько стоит у вас маленькая, так сказать, 500 грамм, самая маленькая упаковка кедровых орешек. 1200 рублей. Я говорю, вы чего делаете? У нас в Москве у меня на Рублевке дешевле намного. У вас на Рублевке. У нас на Рублевке дешевле, чем у вас, я ей говорю. Алтай, во всей его красе. Вот они, местные жители. Смотрят нас, приветствуют, да, ребята? Ехали по Чуйскому тракту вдоль Катуни. Вот она, красавица. Как это называется? Гостевая база. Вот такие домики. И нам повезло. Вот он домик. Единственный, последний. Вперед идет Iron Man. Красота здесь, да, Андрей? Да, вообще круто. Вон здесь шашлыки люди делают. Вообще чума. Прекрасное утро в сосновом бору. Катунь шумит, а дождик с середины ночи как зарядил, так и идет. Красота, но запахи... Переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же! Давай заныривай, пленка идет. Да. Аккуратно там течение, смотри. Это очень забавно. Давай. Оп!
Поплыл, поплыл. О, молодец. Смотри, чтобы тебя не смыло. Белуха, середина пути по Чуйскому тракту. Именно тут находится село Акташ. Место, выбранное для проведения гонки Wild Siberia Extreme. Ну, место, это, конечно, полная помойка. Жизнь в сараях, она прекрасна. Но я приезжаю туда и всех туда звал приезжать именно из-за того, что понимаю, что если мы будем многократно приезжать в этот прекрасный по географии, отвратительный по размещению Акташ, он насытится когда-нибудь деньгами, и там будет нормальный туристический кластер. Пока это полная дичь, ничего фантастического ожидать там не стоит. Наши триатлеты в качестве сезонного места обитания выбрали село Акташ. А теперь, друзья, давайте просто молча понаблюдаем за ними. Опа! Раз! Хоп, санузел шикарный. С туалетом. Холодильник. Чайник. Забитый пивком, скорее всего. Сейчас забьем. Кровать. Две кроватки. Стульчик. Вот это вот газ и плитка. Понимаете? Газ и плитка. Лухари. Ё-моё. А теперь дальше. Теперь показывай дальше. А дальше мы идем. Идем к забору. Идем. Вот так вот. Там калиточка. Калиточка. Мы сейчас через калиточку не пойдем. Хотя, что мы не пойдем? Давай, пойдем. Через калиточку. Открывай калиточку свою личную. Давай. Сейчас у меня штаны превращаются в плавательные шорты. Хорош. Ух, тёлочки. Тёлочки. Вот такие вот у нас романтические вечера происходят уже второй день подряд. Отключается свет во всем поселке. Во всем, наверное, да. Во всем, Мы, как обычно, не видим ничего, но мы уже приспособились. Вот наш вселенский саппорт тут вообще саппортит по полной. А два так называемых атлета сидят и чешут языками, как обычно. И яйца. Ну, одной рукой... В одной руке пульт, другой... Так и живем. Вот так вот стремительно меняется погода в горах. Только что солнышко было, а уже дождик. Вот мы пытались делать шашлыки, но недолго. Поэтому перевестились под крышу, и теперь у нас вот такая продолжение банкета. Дети, привет. Сейчас кашка будет, детишки. Помните, ваша любимая перловочка? На даче-то такую мы не раз ели уже из баночки, да? Почем арбуз, здорово. Арбуз почем? Не продает. А че? Только на 3 атлета. Хорошо. А не вот это вот. Часть третья. Подготовка. У нас нет шансов! Они неудачники! У него все получится! Я не понимаю до сих пор логики, почему я была твоим саппортом, потому что у всех нормальных участников это были трейл-раннеры раз и мужчины два. Но спасибо за этот шанс. Методом научного тыка я выбирал саппорта, впрочем, как я это всегда делаю. Все саппорты, которые были у меня на всех моих экстремальных гонках, они меня мотивировали двигаться к финишу, двигаться как можно быстрее, и они финишировали.
once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time, please. Основная задача саппорта – это просто даже если спортсмен идет в cut-off time, вот, и он думает, что он не финиширует, саппорт должен его даже по-любому мотивировать дойти до финиша, даже если спортсмен не укладывается в cut-off time. Мало ли все-таки, ну, что ложится? Это мой тренер. Тут как бы побегу или вообще по триатлону? Да, Рома Бауэр, это мастер спорта международного класса, да. Все хорошо по плану, Сергей. Да. Всем привет! Меня зовут Катя, я второй саппорт Андрея. Изначально на Алтай я планировала полететь просто для отдыха. Ну вот, короче. Где мы, Макс? Мы на дороге, которая ведет нас туда. Вот туда. Обломный концерт. Ну, это самое обломное, когда ты его уже видишь, но он еще так далеко. План был очень простой. Найти надежных партнеров. Особенно партнера под названием «Саппорта», которого для Аляски не надо, а для нашего экстремального Алтая очень даже надо. И с этого все началось. Вообще, мое проживание началось с очень яркого знакомства с Андрюхой и с Юлей. Это были первые люди, с кем я познакомился, даже, блин, не со своим атлетом, которые просто, ну, очень радостно встретили и сразу такие, как свои. Заходи, располагайся, чувствуй себя как дома, бери, пей, ешь, что хочешь. Вот кэмп получился очень классный. То есть несколько дней, поскольку мы приехали за неделю до гонки, все равно планировали акклиматизироваться, готовиться, получилось, что эта подготовка стала более системной. Андрей попросил видео включить, не знаю, что тут снимать. Просто короче, друзья, мы едем сейчас на озеро Чебекель, да? Правильно я говорю? Чебекель. Чего? Чебекель. Где планируем провести тренировку? Остаток своей жизни. Да, тренировку. Еще, возможно, нам сегодня понадобится барсучий жир. Для чего, мы скажем вам попозже. Да? Ну, я подсказываю, намазываться. Не говори, вот что. Что намазывать? Мы расскажем попозже. Мы попробовали купаться в озере. Я помню, что первое впечатление было, по-моему, нам нужно больше барсучьего жира, потому что было нереально холодно. Вот, наверное, откуда-то оттуда все озеро надо проплыть до конца. Там выход из воды. Они надеваем кроссовки и побежали вниз в транзитную зону Т1. Всем спорт. Курьезная была ситуация. Макс сошел с дистанции практически. Он вел нашу группу, уехал впереди нас, в сторону, только едет прямо по дороге, потом раз и ушел в поле. Круто, что мы ее порепетировали. Давай, красавчик. Хо-хо. Ты все равно намочишь ноги. Все равно намокнешь. Иди ко мне. Ты смотри, она может и сможет. Полная неразбериха произошла с треками, которые выкладывали организаторы перед стартом. Атмосфера гонки, вы найдете для себя какие-то ответы. Возможно, когда вам в дальнейшем будет тяжело в жизни, вы вспомните этот самый день, 23 июля 2022 года. Вы вспомните каждый свой шаг, каждый свой оборот педали, каждый грибок в воде. Вы вспомните, как вы преодолевали финиш. Это станет для вас такой путеводной звездой, мантрой, можно сказать, там в жизни, в дальнейшем. Потому что эта гонка особая, она вас так или иначе изменит. Часть четвертая. Гонка. Добрый день всем поклонникам экстремального триатлона. Если такие остались, мать его, после подготовительного кэмпа. Нагрузка, кстати, очень большая. И как знать,
кто сможет дойти до финала. Лучшие спортсмены выходят на гонку в Байк Сибири. Эстин Триатлон! Мы там стояли на рассвете, еще когда не взошло солнце, и это было действительно ужас, был вообще в глазах у всех участников, у всех мужиков, не было ни у кого желания плыть, у всех был абсолютно такой стеклянный взгляд, я прекрасно помню эти лица. Что ж так страшно? Нагнеталась вот эта атмосфера какой-то вот загадочности, жути, и вот этот туман от воды, было реально страшно. Нельзя, чтобы начиналась гонка в воде до рассвета без шамана. Но я думаю, на самом деле мы там все колдовали. И вообще у меня там все подписчики мои молились, чтобы не было дождя, урагана и так далее. Шаман приглашает вас пройти в воду. Вода там плюс 11-12, это нормальная, абсолютно теплая вода, в ней можно плыть. Вполне терпимый этап, и что классно, после него ты сразу не садишься ни на велосипед и охлаждаешься, дальше бежишь там эти там 6 километров вниз, и есть возможность согреться, даже уже подбегая к велосипеду, уже ступни начинают согреваться, и ноги не такие дубовые, мягкие становятся. Макс Князев раз 10 сказал на всех наших тренировках, что ни в коем случае не одевайте дыхающие очки, но мы это сделали. В общем, ты молодец, сохранил эту хладнокровность, прямо перед стартом меняешь очки. Неужели я думала? Это вообще капец. Главное, что снять, надо не снимать. Не снимать, да. Только не прыгай. Даня, давай, чуть-чуть осталось, давай. Все, вставай потихоньку. Старта. Жу, давай.
Так, все, я ничего не забыл. Плюс у меня на кафе. Все у меня нормально. Так, правильно, что? Я отсюда ничего не забираю. А, нет, только фляжечку, все. Все, все остальное нет. Давай. Андрей, давай, вообще давай. Красавец. Да ладно. Да, 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 давай. Да, ты красавец, натурально. Чмоки, лапочка. А вот велосипед – это прям наслаждение, поскольку это очень красивая трасса. Это живописный Ичуйский тракт алтайский, который начинается на горном этапе и заканчивается в Курайской степи. Ты практически доезжаешь до монгольской границы. Велоэтап – это абсолютно фантастическая вещь. Он очень красивый. Он адекватный по сложности. Ты видишь те красоты, которые преображаются и меняются за каждым поворотом. И действительно получаешь удовольствие, даже если ты находишься в интенсивном режиме, даже если ты вкручиваешь что-то там. Кто-то пытался вкручивать, как, например, господин Заитов, да, Андрюха? А я вот не сильно вкручивал, когда понял, что вкручивать то, что мне тренер прописал, не получится. Я перестал как бы целиться на цифры и начал ехать по ощущениям, в удовольствие, наслаждаясь картинкой и красотой вокруг, а она фантастическая. Если вы хотите кайфануть, я считаю, что от этого старта нужно получить удовольствие, ну, то есть, как бы, хотя бы на велоэтапе посмотреть по сторонам. Ты едешь, ну, как бы, там реально очень красиво, это же самая красивая трасса, там, по версии National Geographic, одна из. Чтобы получить удовольствие, надо подготовиться. Вот, но, то есть, то, что вы его получите, и то, что вы будете гордиться и вспоминать каждый, там, оборот педали, каждый шаг, там, каждое, вот, движение, это 100%, это запомнится на всю жизнь. Перепады градиентов, когда тебе кажется, что ты едешь вверх, а на самом деле ты мчишься вниз на бешеной скорости, или когда по ландшафту природы тебе кажется, что сейчас ты должен поехать вот быстро, а ты крутишь и не можешь ехать, потому что ты на самом деле едешь вниз. Давай, коровок ты всех пропустил, молодец какой. Беговой этап – это самое страдальческое, что было в этой гонке, ну и будет всегда. Она такая, она так придумана, и к этому нужно быть готовым, готовым на самом деле очень и очень серьезно. Дугуник вон там стоит, уже начнет отмечаться в табличке. Знаешь, это же один год у тебя не получается, второй раз тоже должно не получиться. Сделали! Уродский трек по щебенке. Но мне понравился. А вот. И наверху нет чая опять, а он остыл, и все, последний стаканчик. Но виды так хороши, что, как подводя черту, они могли бы нам в ладошки там, мы бы вот так вот сделали бы, посмотрели бы, и все равно такие, а все-таки хорошо. Как пьяный. А там на той скале люди яйца откладывают. Люди яйца откладывают. Вады на тебя нет. Там. Вот эта подготовка от Макса Князева, который победил эту гонку, она смотивировала нас попробовать занять какое-нибудь призовое место. Собственно говоря, так появилась Катя в нашей команде. Я очень рада этому знакомству, потому что если я все время паниковала там на велоэтапе, значит, переживала, что ты мало ешь, у тебя какое-то странное там настроение не то, то Катя, она выполняла такую роль стабилизатора в нашей команде. Она говорила, все хорошо, я пойду сейчас посплю, подготовлюсь, все будет классно, давай ему еще немножко там истории каких-то. Ну и самое главное, ее была фраза, Юль, кажется, мы его сейчас задавим. Я очень старалась тебя не задавить, потому что параллельно хотелось снимать тебя на видео, кричать тебе подбадривающие какие-то фразы и включать нашего любимого Губина. Shake hands.
круто вообще, что это все состоялось, что мы финишировали и финишировали на, ну, посветлу, да, то есть не было ночного финиша, когда уже вообще ничего не нужно. Я помню, что мы планировали в этот день круто отметить этот праздник. В итоге мы все вместе, Даня, я и Андрей, съели 3 доширака и пошли спать. Я кайфанул вообще. Я говорю, я прибежал, сказал, что я возвращаюсь в трейл. Я просто раньше бегал все время. Мне кайф вообще. Это вот эпично. Я говорю, вот по эпичности он... Мне кажется, многие вообще... Очень должны кайфануть. Пипец, у тебя глаза светятся. 13-я гонка ради пиара. Что все это кончилось. Гонка прошла. Все закончилось. А что осталось? Осталось то, что приходит, не приходя, и уходит, не уходя. Знаете, что это? Это воспоминание. Скажете, почему? Вот говорят, пришло воспоминание, но оно же в голове у тебя уже было. То есть пришло, не приходя. А потом оно ушло. Но оно же при этом в голове у тебя осталось. Значит, ушло, не уходя. Пусть воспоминания об этой гонке останутся теми бесценными воспоминаниями. А кто-то после просмотра отправится на их поиск. Туда, откуда без них вы точно не вернетесь. На Алтай. Но если ты силен физически и духом, то эта гонка, она запомнится на всю жизнь и будет одной из самых ярких гонок за жизнь триатлета. Это голос Маши Сущевич. Он вам уже знаком по фильму. Правда, пока только голос. Потому что 12 января Маша попала в аварию, катаясь на велосипеде в Дубае. Пережив операцию на лице, сейчас ей очень трудно разговаривать. Но она все-таки согласилась записать текст для фильма. Ведь без нее он был бы неполный. Так как многие ребята когда-то начинали свой спортивный путь с Машей в школе I Love Суперспорт, где она руководила направлением триатлона. Есть такая поговорка, пословица, выражение про то, что не страшно умереть изношенным, а страшно умереть заржавевшим. Пожалуйста, живите! Живите на полную! И не забывайте слушать свое тело и разум. Идите только на оправданный риск и цените себя и тех, кто рядом с вами. Это самые нужные вам люди на этой планете. Любите жизнь, ведь она может стать шорткатом в любой момент. Здоровья, счастья всем, и пусть вам обязательно повезет, как мне, 12 января этого года. Звучишь ли ты в этом мире полном звуков суеты? Голос твой похож на утро с высоты. Вызряешь все, как будто если ты звучишь. Звучить так, как должен звучать ты. Как никто, только ты настоящий. Это счастье льется из тебя в этот мир. Звучи так, как должен звучать ты. Как никто, только ты настоящий. Это счастье, когда голос реальный внутри звучит. Субботу, а внутри еле слышный детский голос. Я хочу увидеть космос, но не молчи. Звучи так, как должен звучать ты. Как никто, только ты настоящий. Это счастье льется из тебя в этот мир. Звучи так, как должен звучать ты.
как никто, только ты настоящий. Это счастье, когда голос реальный внутри звучит. Звучит. На-на-на-на. Этот голос всегда был с тобою. Говорил еле слышно знакомый до боли мотив. Напевал, чтобы ты подхватил его и зазвучал в унисон всему миру, дополняя картину. Звучат голоса из тебя и меня, создавая мелодию каждого дня. Звучи так, как должен звучать ты, как никто, только ты настоящий. Это счастье льется из тебя в этот мир. Звучи так, как должен звучать ты, как никто, только ты настоящий. Это счастье, когда голос реальный внутри звучит. Звучи. Звучишь ли ты в этом мире полном звуков? Голос твой похож на утро, если ты звучишь.